Бой был по рейтинговый, был бы запланирован был 6 апреля в городе Сочи. Соперника Тухтаров Алексей, очень опытный боец, взрослый. Он должен был со мной боксировать, потому что перед титульным боем, который должен был пройти в августе, мой промоутер решил, что мне надо пройти такого соперника опытного, как Алексей Тухтаров, чтобы проверить меня, готов ли я боксировать на уровне титульных боев, на уровне чемпионов среди молодежи. Но, к сожалению, все оборвалось. По каким причинам, я сказать точно не могу. Мне сказали это за неделю до боя. Я уже сделал вес, у меня оставалось там считанные граммы. Я подошел в отличие к форме, 100% был уверен в своей победе. Мы с тренером разработали тактику. У нас была тактика проверенная. Мы были уверены, что все пройдет отлично, так как и задумали. Но после последнего спарринга, после тренировки, мне позвонили и сообщили о том, что бой отменяется. Лишили лицензию промоутерской компании Титов Боксинг Промоушен. Федерация бокса России их лишила. Помимо меня лишили боев 18 боксеров, то есть это 9 пар. Также они готовились месяц, полтора месяца, кто-то два месяца. Те, кто имели главный бой вечера, готовились, наверное, побольше, там уровень намного серьезнее. Всех лишили боев, всех оставили без боев, без гонораров. И я не знаю, чему все это причина, но я не расстраиваюсь, потому что такое бывает. Скорее всего, я буду боксировать в мае с тем же соперником, у меня все запланировано. Также у меня в августе будет титульный бой. Перед этим мне надо пойти пройти такую проверку, как Тухтарова. Хотелось бы поблагодарить компанию сотовой связи «Акофон GSM». За все время моей подготовки они оказывали поддержку всевозможную. Также хотелось бы поблагодарить Государственный комитет по физической культуре и спорту. Тоже помогают мне уже не первый год, оказывают всевозможную помощь. Спасибо им огромное.